Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Мы с вами на даче. Слышите, птички поют. Весна, 23 мая. И стою я у клематиса своего первой группы обрезки княжика под названием Мэйдвэлху. Это достаточно известный клематис и распространенный. Он мне очень нравится. На этом месте куст уже растет 15 лет. Могучий, сильный куст. И цветет обычно он самый первый всех клематисов. Вот такими великолепными полумахровыми, нежно-фиолетовыми цветами. И, значит, этот клематис известен за то, что он абсолютно не требовательный. Что значит первая группа обрезки? Это значит вообще, мы его не обрезаем, на зиму его оставляем, с опор убираем его. Он, конечно, как все клематисы лианы, плетется. Вот такие мы опоры для него подвешиваем веревочки, но они еще не дотянулись, скоро они дотянутся и начнут плестись по этим веревочкам. И вот в течение месяца он цветет. Потом июнь, июль, август просто зелень, и где-то в конце августа он начинает цвести второй раз, вторая волна цветения этого клематиса. Но абсолютно неприхотливый, ничем я его не подкармливаю. Здесь место такое, что утром свет, а вечером во второй половине нет большого солнца. И как-то вот он здесь прижился и спокойненько много-много лет растет и радует. Если у вас нет времени заниматься клематисами, много за ними ухаживать, заниматься особой подрезкой, а вот просто посадить и забыть, то вот этот сорт клематиса Мэйдвэлху подходит. Княжики. Видите, какие махровые. Полумахровые считается. Клематис такой вот. Полумахровый. В скором времени, когда они отцветут, здесь такие шарики, шишечки будут на его месте тоже симпатичные. Их можно будет убрать, чтобы они не забирали у клематиса много сил. И дали возможность забирать эти силы на вторую волну цветения. И вот эта вторая волна уже будет на вот этих молодых побегах, больше будет повыше. А сейчас пока весь цвет идет на нижней части клематиса. Спасибо, если вы зашли на канал Садовый экспресс и посмотрели мой ролик о клематисе княжике первой группы, который не надо подрезать, который можно оставлять на зиму. Он все спокойно, все морозы переживает. И весной снова появляются листья и прекрасные фиолетовые цветы. Спасибо, до новых встреч!